Друзья, всем привет, это Павел Георгиев, видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Сегодня я приехал доснять кое-какой один момент, потому что в отеле Hualux все, кто посмотрели, сказали, все классно, супер, многие уже туристы отдохнули. И, кстати, скажу так, что помните, я говорил, что это будет супер популярный отель, как Харман де Духай? Восходящая звезда для нашего рынка точно, вот увидите. Друзья, он стал, потому что здесь очень много русских гостей, очень много мы отправляем, и люди реально очень довольны. Очень довольны сервисом, очень довольны питанием. Все-таки он входит в IG, сетку, да, и в этом плане нарицаний здесь нет. Но возник вопрос, а насколько близко он стоит от моря? Потому что в интернете он пишет, его пишут как первая линия, но он не совсем на первой линии, он на второй. Поэтому в этом видео я хочу закрыть вопрос именно с тем, как дойти до пляжа. Так что пойдемте вместе со мной, я сейчас покажу, как говорится, территорию бассейна, где все находится, и мы прям ногами дойдем с вами до пляжа. Здесь очень близко, но видео это должен был снять, поэтому специально еще раз прилетел ради этого момента. Мы устали от работы, захотели в отпуск мы, улететь на самолете от московской суеты. Захотелось, как обычно, чтобы спекло прямо в рай, чтобы пальмы и песочек, в общем, выбрали Хайнань. Хайнань, тропический остров на юге Китая. Хайнань, вкусный манго за душу цепляют. Хайнань, и волны на море шумят без изъян. Хайнань, пальмы кокосы и полно обезьян. Итак, я хочу прояснить всю ситуацию от главного входа. Здесь можно выйти по-разному. Вот это главный вход, и мы можем пойти и спускаться. Но здесь, как правило, ездят автомобили. Есть лифт, и там мы сейчас с вами выйдем. И я сейчас покажу с территории бассейна, как все выглядит. Ну, давайте зайдем в лобби. В лобби все так же красиво, классно и прохладненько, несмотря на открытые пространства сквозные. Так, давайте пройдем. Вот здесь, может, кто помнит, смотрел мой выпуск, я как раз... В этом месте чаек брал, точнее, меня угощали очень вкусным чаечком, вот прям вот в этом месте. Сейчас я выйду на бассейн, чтобы показать близость к морю, потому что мне показалось, что я этот вопрос ответил и показал, насколько он близко к морю. Но очень многие туристы мои, которые у нас бронируют, и не только мои, спрашивают и в комментариях, где же все-таки море. Разбираемся. Кстати, я думаю, надо разобраться еще по поводу развлечений вот, территории. Вот это у нас большой, огромный, скажем, инфинити панорамный бассейн, в котором можно купаться как взрослым, так и детям. Здесь, видите, все сидят. Вот. Вот он, достаточно большой, продолжительный, на крыше находится. Вот. И позади меня, вот здесь вот, вот у нас отель. И вот у нас здесь находится небольшая проезжая часть. Она совсем маленькая, не очень особо активная, потому что дальше еще буквально два отеля. Вот Agent Suites белый и Holiday Inn. Он сейчас называется Ocean View. У него уже там три названия сменилось. Собственно, и все. Собственно, дальше уже военная база, дальше туда проезда нет. Поэтому дорога не очень активная. Вот здесь, или можно вон между теми отелями выйти сразу прямиком на пляж. Мы обязательно сейчас пройдем, но я хочу понять, вот оно море, вот оно рукой подать. Здесь небольшая дорога, это дорога отеля, вот эта дорога отеля, к отелю подъезд. Вот сюда прямо можно прям пройти, вот прямо вот сюда. И здесь даже парковка для мотоциклов есть, вчера выезжал. И спускаемся на пляж. То есть это все в шаговой доступности. И у пляжа есть свои шезлонги, что немаловажно. Это очень хорошо. Ну, давайте вот здесь историю с территорией тоже завершим, потому что тоже такой вопрос возникал у кого-то. Поэтому я еще разок покажу, что есть территория, которая вне отеля, у отеля Hualux. Как и показывал, территория бассейна, она достаточно большая, объемная, продолжительная. Да, здесь, конечно, такой глобальной зелени нету. Да, здесь клумбочки. Буквально пару пальм. В основном вся территория открытая, не зеленая. Но я вам сейчас покажу еще сверху оставшуюся территорию, которая находится на земле. Здесь, кстати, у бассейна очень прикольные шезлонги. Ну ладно, вот мы выходим с вами, друзья. У нас вот территория, соответственно, отеля. Она еще зелененькая, и она совмещается с территорией общей. Это озеро. Вокруг него можно гулять. Здесь очень классно благоустроили. Вот эта территория. И вон в той части, мы сейчас туда спустимся, у нас такой мини-аквапарк, то есть для детей. Если я не ошибаюсь, по-моему, вот отель Yalambay Villas, он точно, это, в этом я точно не ошибаюсь, у него можно пользоваться территорией,
Но вон тот, кстати, может, мы еще тот отельщиком снимем. Но мы сейчас спустимся на эту территорию, потому что это было важно. Что здесь за территория еще вот внутри? Другой не будет, остальное все внутри. Но вот это есть. Ну, мы потихонечку с вами уже, друзья, выходим на территорию зеленую. Напомню, здесь очень классный китайский ресторан. Особо рекомендую, прямо сюда можете приехать отдельно. И вот у нас территория зеленая. Я как раз там стоял, вам все показывал. Ребят, только газонокосилку не надо, пожалуйста, ничего слышно не будет. Ну ладно. И вот у нас здесь аквапарк. Сейчас покажу его с другой стороны. Вот эта часть я уже как-то показывал, да, то есть вот этот зеленый такой островок. Здесь есть вот такие качели. Немножко зелени, я согласен, это немного, но тем не менее здесь очень уютно. И вот тут у нас можно посидеть, отдохнуть под такими зонтиками, пока ваши дети резвятся. Здесь даже, я смотрю, пенные вечеринки устраивают. Вот здесь такой аквапарк с глубиной, грубо, 30 сантиметров. То есть такая лазилка, там вода, там труба. Немножечко такой мини-аквапарк есть. В некоторых отелях совершенно его нету, а здесь он есть. Так что, если мы говорим о территории не в отеле, вот она здесь еще такая представлена. Ну, вот, наверное, собственно, по территории все. И по видам еще хотел отметить. Вот эти виды, они идут с видом на море. А вот эти с видом на озеро. Ну, он просто так сделан, такой змейкой, да? Вот там даже вода валилась. Змейкой такой сделан. Но, тем не менее, мне кажется, все равно там классные виды открываются. Я был там в этих номерах, там где-то даже, может, чуть-чуть море будет все равно видно. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь не принципиально иметь вид, потому что с бассейна все очень прикольно и красиво открывается. Ну, опять же, если кому-то хочется прям постоянно смотреть на море, да. Потому что, например, здесь все равно оно будет чуть далеке. Ну и еще как раз говорил, вот эта вся территория, такая прогулочная набережная, вокруг этого озера, она, пожалуйста, доступна тоже. То есть, да, небольшая, но сервис, качество питания, новизна номеров, вообще новизна отеля, это, конечно, большая фишка этого отеля. Мы его в этом сезоне очень активно бронируем, потому что, когда нас спрашивают, хотим что-то новое, свежее, классное, вот это оно. Но... Это не такая гигантская территория. Вы, кстати, можете посмотреть у меня обзоры на канале, там типа мангровый лес, да, и так далее. Там, понятно, первая линия, большая территория и так далее. Но мы, опять же, отталкиваемся от новизны, семейности, большой детской истории. Вот это, конечно, здесь очень важно и интересно. Поэтому присмотритесь. Так, ну что, давайте двигать на море, как я и обещал. У нас это центральный вход, здесь у нас дорога. Здесь мы так с вами не пойдем. Да, здрасте. Мы сейчас с вами зашли снова в Хуалюкс, в главный его... Крыльце корпус, но здесь один, это в лобби, а прямо у нас бассейн, но мы с вами сейчас заворачиваем к лифтам, лифтовый холл, и пойдем с вами на пляж через первый этаж. Кстати, здесь показывают, что здесь есть. Эй, семейный отель, сразу понятно, да, по картинке? Хуалюкс. Море, дети. Семья, уже двое. Раньше у них по одному показывали, теперь двое. Ладно, мы с вами выходим. Сейчас мы с вами попадем в часть детской зоны опять. Но здесь есть как раз выход. Сейчас я покажу. Здесь эти вот такая вот. Ну, я это в том уже показывал в выпуске. Вот такая территория. Здесь у нас дорога. Здесь ну, автобусы подъезжают и так далее. Ну, они в большей степени там. Здесь тоже проездная часть. И мы вышли. В принципе, из отеля. Вот над нами сейчас будет бассейн. Я сейчас вам покажу. И мы прям прямиком двигаемся к пляжу. Сейчас все увидите. Потому что этот вопрос надо закрыть 100%. Так, кстати, лайфхак. Вот здесь такая есть будочка белая. Там стоит очень много мотоциклов для сотрудников. Если вы вдруг будете передвигаться на байке, там бесплатные зарядки. Я вот такой момент вам подскажу. И вы ставите на эту парковку, и там заряжаете. Потому что я, если честно, немножко мучился, не знал, где здесь поставить. Они говорят, давай к нам, типа, здесь для сотрудников парковка. И если ты в этом отеле, без проблем. Вот. Вот это у нас на крыше получается. Вот здесь вот бассейн, ресторан. Я там только что буквально несколько минут стоял. Вот здесь мы выходим. Вышли из отеля. Вот здесь у нас как раз Ocean Suit Resort Санья, который я говорил, отель. Ой, Ocean, Asian, извиняюсь, Asian Suit. А там Ocean View отель. И мы сейчас прямо здесь переходим дорогу. Видите, она, ну, есть машины, но не сказал, что прям супер оживленная. Это прям нам повезло, в кавычках. Вот, переходим с вами дорогу. Все, больше дорог не будет. Там, если честно, есть пешеходный переход.
Я почему-то не стал воспользоваться. Вот, вышел по прямой. Все. И дальше мы сейчас двигаем вот в эту сторону пляжа. Вот еще разок, видите, там вода льется. Это все он бассейн. Вот, мы через дорогу от пляжа. Здесь фруктики продают, лавочка. И вот прямо, прямо, прямо у нас пляж. Идти, ну, реально там 3 минуты. Ну, если прям легким шагом, в развалочку, ну, 5. Главное знать, как говорится, куда идти. Здесь у нас по дороге, понятно, реклама, продают всякие развлечения. Здесь есть небольшая кафешечка на пляже. И вот мы уже спускаемся. Совсем немножечко пляж. Прям один момент. Ну, собственно, все. Мы дошли. И здесь есть туалеты. Здесь можно ополоснуть ноги. В общем-то, все. Вот мы и на пляже. Вот оно наше море. Ялунбейское. Сегодня у нас немножечко волна. Бывает ветерок, и поэтому волна. В целом здесь все в порядке. Вот наша огромная песчаная полоса. Купайтесь, гуляйте, где хотите, без проблем. Ну вот, друзья, мы с вами здесь спустились. Вот он у нас пляж. И направо немножечко пройтись. У нас вот такие вот аккуратные, симпатичные, новые, свеженькие шезлонги Хуалюкса. Здесь можно все понять. Хуалюкс и Holiday Inn шезлонги, именно их. То есть вот в этой части вы можете смело размещаться и отдыхать без проблем. Свеженькие, недавно построенные, с матрасиками, все как положено. Вот, кстати, в этой части, как раз где отель Хуалюкс, здесь есть прям история, связанная с дайвингом. Часто нас спрашивают. Так понимаю, это вот это, 398 юаней, дайвинг, это возят на остров. Но, друзья, для наших туристов на Хайнане ни раньше, ни сейчас не предлагается дайвинг от туроператоров, принимающих компаний, гидов русскоязычных и так далее. Это все надо делать самостоятельно, либо уже обращаться в китайские компании, потому что, к сожалению, ну, такого нет. Но они, если честно, просто переживают за туристов, поэтому ничего этого не реализовано, к сожалению, тут. А вот если я обратно перехожу дорогу, ни одной машины. Так что, говорю, здесь не очень активная дорога, поэтому не волнуйтесь. Ну что, дорогие друзья, вот мы с вами и разобрались с пляжем отеля Хуалюкс, который находится в бухте Ялунбэй. Но я думаю, не только с пляжем, я дополнил, наверное, какие-то еще моменты, которых не было в основном видео. Так что пляж здесь близко, через небольшую дорожку. На мой взгляд, ничем не напрягающая история. Единственное, что если вы хотели прям сразу прямой выход в свой пляж и никуда не двигаться, тогда да. Но новизна отеля, сервис здесь, питание, огромная детская история с детскими клубами. Это, конечно, очень сильно привлекает. Плюс есть небольшой, но маленький аквапарк. Так что это отличный, прекрасный отель. Совсем мы с вами разобрались. Так что ждем на бронирование. По всем вопросам на связи WhatsApp ниже под этим видео. Отвечаю я или мои помощники. Соответственно, сайт georgiev.travel, на котором есть все туры от всех туроператоров абсолютно. Плюс у нас цены на отели гораздо интереснее, чем даже вы в прямом бронировании где-то будете делать. Потому что цены контрактные. Так что обращайтесь. Туры с перелетом, без перелета, отели. Все у нас это есть, друзья. Спасибо, что этот выпуск досмотрели до конца. Смотрите мои новые, следующие интересные выпуски. А обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал новостной. Я там публикую всю полезную информацию, отправляю ссылки, потому что контента много, можно запутаться, а там вы будете получать оперативные новости. Ну, в общем, все, друзья. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев. Это видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Пока. Захотелось, как обычно, чтобы спекло прямо в рай, чтобы пальмы и песочек, в общем, выбрали Хайнань. Хайнань, тропический остров на юге Китая. Хайнань, вкусный манго за душу цепляют. Хайнань, и волны на море шумят без изъяна.